Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы идем, проходим игру Uncharted, утраченное наследие. Представь, сколько в это вложено работы. Каменщиков, инженеров. Да, и работа их до сих пор жива, а их самих уже нет. Королю стоило думать о защите народа, а не хвастаться перед врагами богатством. Так, а куда идти? Для чего мы здесь вообще? Напомню, что мы там в той части очень долго бродили, ездили на джипе. Выполняли головоломки. И сейчас, похоже, предстоит вот по этим... водопадам это все делать, наше движение. Так, а где? Какая лестница? Она говорит, я нашла лестницу. Погоди. Лестницу вниз. А где она сама? Где Надин? Ну-ка покажи Хлое, где там спуститься надо. А то сейчас я прыгну где-нибудь. Разобьюсь еще. Так. Как она так? Она быстро куда-то раз и скрывается. Какая лестница? А, вот, можно, наверное, спрыгнуть вниз. А, ничего себе, она уже ускакала. Так, куда ты хочешь веревку? Легко, смотри. Ну, погнали. Ты первая. Я первая. Подожди, я только не вижу, куда прыгать-то надо. Куда прыгать, чтобы не разбиться? Я первая. Ты последняя. Не получилось, ладно. Я пока не вижу, правда, куда прыгать. Ну, готова? А, вон туда надо раскачаться, все, понял. Давай, 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 только об скалы не бейся. И прыжок. Все будет хорошо. Здесь мы прошли. Итак, наверх. Постараемся оббежать это все. Но мне кажется, там еще можно было где-то... еще зацепиться можно. Ну-ка, пофоткаем. У нее хорошо получается. Все, пошли дальше. А, ну вот, наверное, я сюда мог залезть. Да-да-да. А куда теперь? Вопрос насущный. Тихо-тихо-тихо-тихо, так нельзя. Давай еще будем искать, где может еще зацепиться какая-нибудь веревочка. Торчит или какой-то уступ есть. Куда прыгать? Ну-ка, Надин, подскажи нам. Ты же все знаешь. А, вот здесь можно наверх, все понятно. Цепляйся. Ну, полезли. Легко. Ладно, все, сообразили, теперь куда? И надо прыгать. Не, погоди. Не-не-не-не-не, ничего не надо никуда прыгать. Надо куда-то залезть. Вот, все четко. Не, надо за ней, кстати, следить. Она вообще нормально все решает. Куда идти? Она как подсказка нам, как маячок. Вот, сюда надо прыгать. Давай, иду, цепляйся, не надо падать. Цепляйся, мы пройдем все это легко. Кто великолепный? А, эти статуи, что ли? А, вот, кстати, можно прыгать. Полетели. Сейчас мы подойдем. Надо на руку туда, наверное, прыгнуть. И цепляйся как-нибудь. Хорошо, все получилось. Подожди, не может запрыгнуть. Вот здесь надо. Да подожди, не падает. Что ты падаешь? Куда, 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 куда? Что происходит? Залезь нормально вон туда, наверх надо. Просто повернись налево и идем. Вот, вот так будет лучше намного. Так, ну, наверное, здесь ползти. Давай сюда. Давай. Это безопасно? Конечно, безопасно. И каждый раз я... это небезопасно было, правда.
И это, кстати, совсем небезопасно. Видела? Назад-то залезешь? Конечно, да. Сейчас залезу. Ты иди, я догоню. А куда я должен? Все ясно. Давай, раскачивайся. Не, ну так-то высоко, отсюда шлепнулся разок, и все. На этом все, конец игры, гейм-овер полнейший. Ладно, хоть можно переигрывать это все дело. Давай, пошли. Давай, помогу. Ничего, справлюсь. Не выделывайся. Залезай. Ну, если ты очень просишь. Да нет, не прошу. Ты говорила, Даниша, сокрушитель преград. Ну-ка, подскажи, куда нам? Поставь перед тобой преграду, если она тебе на пользу. Поэтому он покровитель Халибидо. Еще он бог удачи. Тот, кто дарует успех и процветание. Ясно. Это круто. Мы вообще высоко залезли. Так, смотри. Там какие-то колонны. А куда нам теперь идти-то? А, вот. Попрыгали дальше. И это правда единственный способ. Ага. Ой, как, куда? Только здесь некуда. Погоди, значит, надо раскачиваться в ту сторону. Сама знаешь. А, вон еще веревка, надо туда зацепиться. Ну, это надо постараться прям. Как-то раскачаться, прыгнуть и еще на лету попробовать зацепиться. Тихо, что ты делаешь? Да, разболтало что-то совсем. Во, вот так. А, подожди, а может я наверх залезть смогу? Сейчас, надо прыгать. Да, блин. Прыгаю. Давай, цепляйся. Полетели. Кружок. Все, четко. Ух ты. Класс. Вот тебе класс. Я тебе покажу мастер-класс, как надо лазить. Весело? Самое безумное в моей жизни. В хорошем смысле? Не определилась. Так, куда? Стоп, я здесь упасть могу. Не, значит... А, вот. Погнали дальше, все легко. Вау! А вот сейчас не вижу куда. А, вон зацепиться можно. Смотри, он в руке держит какой-то или топор, или что-то там. Цепляться на него надо. Есть, получилось. Все выше и выше. Ты молодец, папа. И выше. Спасибо. Молодец буду, когда до короны доберемся. Странно, что нет Осава. Ну-ка, прыгни наверх куда-нибудь, а? Почему? У него духа не хватит сюда залезть. Погоди. А что не идет-то дальше? Ну, ползи. Стоп, значит, что-то не так. И туда не прыгает. Туда не прыгает. Так, а куда тогда? Еще выше. А, вот здесь может. А, вот, все. Надо было просто обойти. Проползти другой стороной. Мы на руку залезли. Ну-ка, прочь все птицы. Стопе. Во. Продолжаем движение наверх. Надин, ты там не отставай. Надинка. Надюха я ее буду звать. Надя. Надюха. Так, ладно, поскакали. Не, ну это вообще высоко. Можно добраться до короны на веревке. Уже близко. Как они так не боятся ничего. Спасибо. Забирайся быстрей. Сползаю. Ну, давай, ползи. А то сейчас улетим вдвоем. Так. Как-то это все опасно получается. Вот тебе и видок, да? Классно, вообще красотища. Тихо. Ну как? Впечатляет. Ага. Две мокрые девчонки наверху. Ну? Надюх, пошли дальше. Так. А давай, аккуратно здесь. Прыгай! Все, поскакали дальше. Вон сейчас на слона прыгнем. Я! Погоди, свободное падение, а то сейчас будет. Ну-ка, дальше-то куда? Ну-ка, с этой стороны надо залететь куда-то. А, вон еще веревка. Все, зашибись. Тихо, только не бейся об скалы здесь. Ну, а цепляться кто будет?
Все, Надюх, пока. Я вниз. Так, ну надеюсь, мы оттуда начнем. Да, все четко, поехали. Надо сразу с прыжка туда все это сделать. Зацепляться надо только сразу. Ну, давай. А дальше, дальше, дальше куда? Во, вижу, вот здесь можно зацепиться. Надо раскачаться в другую сторону. Все, получилось. Надюху подождем, сейчас она тоже доскачет сюда. Надюх, ты где? И опять тут высоко. Ладно, тут вроде попрочнее. Не сглазь. Упрочнение. Ай, не надо было так делать. Я думал, инструментом этим зацепиться можно. А, вот, смотри. Нам все сразу показали, что наверх надо идти. Девчата, не тупите, надо было всего лишь лезть дальше. А то уже вниз собрались. Так, тут огромная река. А мы все выше и выше поднимаемся. И персы любезно проделали для нас вход. А, это вход в пещеру. Отлично, все, заходим. Да, как-то тяжеловато мы зашли. Ну-ка, осмотритесь. Ого, неплохой выстрел. Видно, у персов был трибушет. Трибушет. Трибушет? А нельзя сказать катапульта, как нормальный человек. Вот именно. Трибушет — это тип катапульты. Может запускать тяжелые снаряды вроде этого на дальние расстояния. Да? Тебя этому в армии учили? Хорош умничать, пошли дальше. Смотрела, как нормальный человек. Трибушет. Катапульта и все, трибушет, блин. Давай, прыгаем. Готово? После вас. Смотри, тут свод. Поразительно. Свод пещеры. А куда надо идти-то? Наши друзья. Парашурама и Ганеша. Друзья? Повисим, поотдыхаем пока. Индуистские боги всегда сражаются. Если не с демонами, то друг с другом. Как-то нечестно. Ганеша без оружия. Ну, а пониже опускайся. Ну, ему так больше нравится. Вот здесь можем встать, смотри. Реально веревка длинная у нее. Все, спрыгивай. Ганеши. Так, вон туда можно прыгать. Да цепляйся ты, че? Во. А сейчас, наверное, сползти вниз надо опять. Они это все прямо в горе высекли? Похоже на то. Прыгаем. Надин, отойди нафиг. А то я пойду один. Так, стоп. Сокровище. И это у нас кальянная чаша. Забираем все. Все, что нам дают. Все это продадим на базаре потом где-нибудь скинем. Так. Они забаррикадировали дверь. Мне помогло. Видно, не ждали, что персы свалятся им на голову. Казалось бы, за два нашествия можно было подготовиться ко всему. Они просто вообще не ждали поражения. Они вообще не хотели проигрывать. Да, можно, кстати, пофоткать здесь. Ну-ка, глянем хоть, что нафоткало там. Так, это девчонка, это дверь мы проходили. Это чуваков сфоткали. Это с горы. Ладно, короче, фиг с ним, с фотками, пускай... Если ей нравится, пускай фоткает, будет блок потом вести. Так, а куда вообще идти-то? Слушай, а можно же вниз вот здесь спуститься? Пошли поплаваем. Может, сокровище еще какое найдем? Отсюда должен быть выход. Да, вот я нашел выход. Сюда. Скелетоны валяются здесь. Здесь их накрыло, похоже. И попереубивала. Оружие. Ты была права. Со мной бывает. Вот это уже что-то. Ага. Не, ну нормально нашли уже. Видишь, проход. Эй, тут еще одна дверь. А, такая же крутилка, смотри. Посмотрим. Как там мы такую же открывали в предыдущей серии. Ну вот. Да будет свет. Только здесь головоломок не было таких. Индуисты склепов не строят. Усопших они чаще всего кремируют.
Красивая церемония. Антиишти. На санскрите – последняя жертва. Жертва? Тело – это сосуд, данный на время. И его надо вернуть, освобождая место другим. Это красиво. А этим мне повезло. Ладно, этим ребятам реально не повезло. Эй, забирайся. Главное, чтоб нам повезло. Куча костей. Себе. Боже. Здесь была последняя битва. Капец, сколько тут народу было. Но империю они не спасли. И пусть. Нам же лучше. Этот завис так, смотри, с флагом. С копьем там. Не, ну да, битва вообще серьезная была. Просто полчища народа было здесь. Но ребятам не повезло. Надин, да... помоги этого сдвинуть. И пройти туда сможем тогда. Давай, парень. Вот так. Они все пытались пролезть. Извиняюсь. Пардон. Пардон, пошел нафиг отсюда. Нечего в проходе стоять. Только бы ближе, чем эти парни. Ладно, хоть свет загорелся тут. Ни хрена же не было видно, темно было. А, вот это я знаю, это покрутить надо. Ну-ка, давай нажимай. Что-то новенькое. Что это такое? Могу предположить, что это какой-то механизм, открывающий ту дверь. Там дверь наверху. Посмотрим налево. Шива дарит Парашураме топор, а справа герой Парашурама отсекает Ганеши бивень. Стоп. Топором? Да. Тем самым, который ему подарил Шива, отец Ганеши? Ну да. Ну и жесть. Отцы и дети. Давай, попробуем открыть дверь. Так, ну тут надо совместить. И как это все работает? Как-то что-то попробовать. Ну-ка, давай-ка. Думаю, будем разбираться по ходу пьесы. Отсюда исходит свет. Нам надо, чтобы тень совпала с рисунком, но в то же время на обоих рисунках получилось... Так, давай-ка подумаем, надо посмотреть. Что тут изображено? Во-первых, вот этот посередине. Кто это у нас? А, вот его надо, получается, сдвинуть налево. Ну-ка, это я куда буду двигать? А, нет, это я вперед сдвинул. И его тень тоже. А, кстати, правильно сдвинул. Между прочим, тень-то вот здесь нормально сейчас стала. Попробуем так. Только вот эту надо убрать отсюда. Давайте штуку. Сюда. Вот это здесь не нужна точно. Тени совпадают со всеми местами. Да. Попробую расставить их по местам. Это даже весело. Ну смотри, картинка почти совпала. Давай-ка топор еще подвинем. Еще чуть-чуть подвинем. А, нет, наоборот, его надо сдвинуть сюда. И вот здесь. А, вот здесь не совпало. Здесь не совпало. Это нам какую надо двигать-то? Вот эту штуку направо туда надо двинуть. А, их две надо толкнуть. Ну-ка, давай. А если так? Посмотрим, что здесь на картине. Получилось, да? Получилось или нет? Там-то получилось. Где рог теперь этот взять? Как рог сделать? Рог надо сдвинуть. Кусок рога, вот этого рога, точнее, поднимаем. Что дальше? Что-то не так. Что-то не так получилось. Так, смотри, топор получается. Топор почему у нас не совпадает? Потому что еще часть от топора. А, я все понял. Еще есть часть от топора. Так, двигаем топор чуть подальше. Вот, эта часть совпала. Вот эту штуку поднимаем. С другой частью топора. Да, поднимаем.
И она как раз... Это и есть рог. Тоже она совпала. Но почему не... Почему топор опять не совпадает? А, стоп. От топора часть. Вот она. Вот она часть от топора. Ее надо ближе толкнуть. Не, не так. Чё-то не так. Она должна встать вот здесь. Эта часть от топора должна стать посерединке. Но, видишь, они перекатываются туда-сюда. Надо, чтобы вот тут что-то стояло. Вот здесь, в левый нижний угол получается. А здесь может только стоять фигурка, которая нам нужна. Какая нам нужна фигурка-то? Похоже, вот это надо сдвигать. Да, я прав, нет? В общем, пробуем перемещать. Я думаю, что-то сейчас может и получиться. Не, не так, прикинь, не так вообще. А, я все, я понял. Вот этот топор... Он вообще вот это должна стоять в середине. В самом центре этих 9 клеточек. В середине. Как туда ее поставить? Мы в принципе... Не, ну в принципе-то можем поставить сейчас. Вот так, раз. В общем, эта штука должна стоять в середине. Все, стоит. Топор теперь на месте. Но у нас вот этот чувак... Вот этот чувак. А, он сейчас, в принципе, тоже правильно стоит. Его надо подвинуть. Его надо в угол туда сдвинуть. Тогда у нас картинка слева, которая вот сейчас она вот встанет. Слева на свое место встала. Получается, топор. Вот этот топор стоит правильно. И вот та штука стоит тоже правильно. В углу. Теперь, чего нам не хватает? Кажется, вот, поняла. Вот надо их поменять как-то, да, местами. Вот давай определим, где вот это должна стоять. Ближе ко мне, которая посередине. Так, она... Она должна стоять с краю, потому что для этой картины вот она будет... Вот здесь должна, где голова моя сейчас находится. И... А здесь... Слушай, а там картина-то совпала уже. Ну-ка, подожди. Все, я в тупике. Да ничего не в тупике, подожди, все сейчас сделаем. Похоже, слева должны быть Шива, топор и Парашурама. Так, если мы ее сейчас сдвинем, вот с этим, с топором, топор стоит посередине, он стоит правильно. Блин, его нельзя двигать. А, вот эту же нам надо двинуть вроде, да? Или погоди, я тоже запутался. А, все понял. Нам надо, короче, поменять так, чтобы топор остался посередине, а вот эта вот штука переместилась на ту сторону. Что мы можем сделать? Могу подвинуть так. Ее просто надо переставить. Сейчас я соображу. Это как эти пятнашки, что ли? Переставление. А, теперь. Стоп, а топор же сейчас... А, топор сейчас уедет. Все правильно. Топор сейчас уедет. Нам надо теперь как-то посерединке вот эту воткнуть. А как посерединке ее воткнуть? Не, стоп, Шива должна там быть, с той стороны. Все, вот эту надо двинуть. Правильно? Шива и часть топора совпали. Вот сейчас, если топор я посередине как-то умудрюсь поставить. Топор, а как его посередине поставить? И здесь, что у нас получилось? А, стоп. Здесь неправильно. Здесь рог вот этот. Часть рога должна встать вот сюда. Она должна вот от с этой стороны стоять. А, ну все тогда, все А, нет, не получится так, подожди. Я понял, я понял. Сейчас я придумал. Короче, мы вот эту штуку сейчас двигаем сюда. Эту двигаем туда в угол.
Мы ее потом обратно вернем. Она, в принципе, правильно стояла. Потом, чтобы вот это осталось посередине, ее подвигаем сюда. Двигаем наш топор, который должен посередочке стоять. Двигаем топор посередочке. И возвращаем... Так, что вот по картинке получилось? И возвращаем эту шиву или кого там на место, на свое. Оп. Получилось. Вроде получилось. Есть. Ура. Вон и дверь открылась. Причем без всякой твоей помощи. Пожалуйста. Все, бежим туда. Сала и тигр. Ну вот. Скрестим пальцы. Давай, поехали, пробуем. Бам, все, все закрылось. Так и должно быть? Наверное. Не знаю. Не вгони нас в гроб. Ты зануда. Готово? Повернуть. И все откроется. Поразительно. Какого шивы? С языка сняла. Все, ребята. Фрейзер, Росс. А, не, ну так и должно быть. Сейчас мы поднимемся наверх куда-то. А нет, нет, ничего. Думаю, все будет путем. Да-да-да, нормально. Где этот проклятый бивень? Надюх, не дрейф, все будет хорошо. А я понимаю. Твоя Хейсала водит нас за нос. А ты права. Ну класс. Нет, послушай. Ганеша покровитель. Халибиду. А Шива покровитель. Белур. А Белур это древняя... Ну, столица. Именно. Что если король специально построил великолепный город, который стал прекрасной мишенью для персов? А прежнюю столицу все забыли. То есть весь город приманка. И его отдали персам, чтобы защитить Белур и сокровища. Сдается мне, что бивня тут и не было. Никогда. Где Белур? О, черт! Вот так точно не должно быть! Приехали, все, надо прыгать куда-то быстрее. Хватайся за край! Давай, ломись! Быстрее, 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 куда-нибудь за краешек. Ё-моё, полетели вниз. Держусь! Лезь! Давай, давай, надо быстро, только камень. Здесь не пролезу. С этой стороны, значит, с левой надо лезть. Там даже зацепиться не за что было. Давай, 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 быстрее, ну! Куда-нибудь подтянись, я не знаю, там, перепрыгни. А, вот здесь надо было. Хорошо, все. Все идет, как сказать, хорошо. Не совсем хорошо, но идем наверх. Куда? Куда? Куда мне прыгать-то? Ё-моё. Давай, руку. Побежали. Ну, давайте быстрее ломитесь. Чат, а вы что делаете-то? Все. Нет, еще нормально все. Я жива. Ой-ой-ой, все падает. Сейчас залезу быстрее, быстрее. Пожалуйста, пожалуйста, руку. Руку, ногу, все улетело, короче, вниз. Получилось. Получилось. Ничего страшного. Походили, побродили, зато выбрались наверх. Цела? Как мы вообще еще живы? Ну, талант и немного удачи. Эй, неплохо, партнер. Неплохо. Дай 5. Господи, ты чего? Ужасно. Как можно дать 5 и промазать? Можно. Такое бывает. Поправь, если я ошибаюсь. Разве тут не было водопада? Вот так, Надюх, мы водопад разрушили. Был. А куда вода вся ушла? Акведуки.
По ним спускаются водопады. Круто. Это что, мы сделали? Ну, это я сделала. Дерзкая. Слушай, ты извини меня за ту бестактность. А. Ничего. Вы бы с моим отцом точно спелись. Он тоже был на редкость упрямым ослом. Знаешь, вот это они заметили. Надо уносить отсюда ноги. Согласна. За мной? Ладно. Воду подводили к воротам, так что надо идти вдоль акведука. Ладно, пойду первая. Они затопили город, чтобы сохранить свои секреты. Думаешь, солдаты знали, что они были приманкой? Честность не всегда лучшая политика. Это правда. В своих людях нужно быть уверенным на все сто. Думаешь, Асаф ничего своим не сказал? О, конечно нет. Может. Вон какие часы. Забрал у одного старика в городе. Старый козел. Не хотел мне их отдавать. Ага, помню. Ты сомневаешься? Не вижу тут бивня, а ты? Я к тому, что одних часов за все это мне мало. Ну что, начинаем по-тихому? Надеюсь. Ну-ка, Надин, давай вместе. Правый мой? Я не успела. Так, все нормально. Ну или так. Умница. Вряд ли они одни. А сейчас, сейчас мы просто наверх лезем. О, чувак стоит. Все, по-тихому. Пока по-тихому все получается. Вот сейчас не по-тихому. На. Все, садимся. Вот это мы нашумели здесь. Давай, понеслась. Как следует, сейчас разберемся с ними. А, нифига он там приехал. Тихо, тихо, пулеметчик, нафиг ты тут нужен? Быстро! Так, нам надо куда-то свалить тогда. Быстрей, быстрей, побежали. Все, я вижу, Надюх, тебя вижу. За тобой прыгаю, только не... Снимай его пока, убирай нафиг. Выкидывай куда-нибудь с обрыва. Все, 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 успокоился, чувачок. На, получай. Кто еще? Кто еще нарвется? Ну-ка, давай, выходи. Дерево упало, ё-моё. Так, может дальше побежим? Чё сидеть-то? Надюх, давай не будем сидеть. Чё мы сидим-то? Куда? Вот сюда пошли. Я знаю дорогу. Пошёл нафиг, ты чё? А, патроны, патроны. Срочно, срочно надо перезарядиться. Ты чё? Почему я повторяюсь по два раза, по два раза? Эй, ребята, вы чё, офигели что ли? Кто ещё там стреляет? Надюх, ты чё не прячешься? Ты вообще встала как-то прям под обстрел. Так, надо дальше куда-то идти. Я туда не перепрыгну. А если наверх куда-то залезть? Да блин, нафиг стреляют-то так. Где Надюха? Там стоял кто-то. Надюх, ты опять сидишь, что ли, а? Или куда? Нам туда надо перебираться, что ли? Не, ну хочешь, можем туда пойти. А, вон веревка. Еще дерево падает. Надо быстрее, пока эта веревка, пока дерево не упало.
Прыгаем. Прям самое пекло. Да кто там стреляет-то? Ты чё? Я его не вижу. Где он там стреляет? Подожди, я сейчас залезу и с тобой разберусь. Получай. Еще один, что ли? А, он там еще был один. А, надо, наверное, сюда перепрыгнуть. Раз они там стоят, стреляют не просто так. Значит, идем сюда. О, здорово, чувак. И пока сразу. Получил удар по дыне. Это его успокоит. Конечно, успокоит. Кто опять там приехал? Дурачок какой-то с пулеметом. Дурачок, здоровячок. Надо просто найти оружие какое-то помощнее. Или просто свалить отсюда. Давай нам сюда! Да иду, иду уже. Я быстрее тебя, кстати, бегу. О, он приехал. Зашибись. Все, уехали вниз. Падаем, веревка. Все получается. Он один что там сможет, нет? Да идите вы нафиг, а что вы такие надерзили мне тут? Еще, смотри, толпа. Она один уже там где-то наверху. Я ей помог. Все. Пулеметчик остался только. Бегу, 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 бегу. Надо просто зацепиться за что-нибудь. Одним меньше. Куда идти-то? Ну пошли, наверное, сюда. Давай! Где, где ты там показываешь? Давай! Сейчас дам! Вот, точно надо сюда лезть. По говнищу, по говнищу ходим еще с ней тут. Давай наверх. Тихо, тихо, тихо. Он опять приехал. Отлетел сразу. А здесь что в этой коробке? Там баллон стоит, аккуратно. А, он сверху лупит. Все, по баллону попал, по-моему. Ну, что-то он не это... Не рванул. Так, погоди. А Надин где вообще? Куда? Надюх, ты куда побежал-то? Стоп, 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 стоп. Сюда не надо. Верните меня обратно наверх. А, чуваки, вот. Дай по баллону стрельну. Вот и все. Вот и все, ребята, разобрались с вами. Патронов надо набрать. Надюха уже убежала давно вперед, я пока тут лазю. Открывай, быстрей, квадрат. Еще, еще толкай, давай. Да ну ты че, блин, опять куда-то полетели. Как-то это все неосторожно получается. Сейчас еще рухнет что-нибудь сверху. Давай не тормозим, быстрее вперед, пока опять этот не приехал с пулеметом. Что-то вырезано на полу. Для чего это? Где, покажи. Ничего хорошего. Видишь эти желобки? Сомневаюсь, что они для воды. О. Для крови? А, ну да, смотри, тут под голову как бы. Под руки, ноги. Ага, и все. Желобки. Здесь кого-то пытали. Сейчас куда ты хочешь, чтобы мы пошли? А, вот ход наверх есть. Наверху, похоже, можно пролезть. Так. Там еще одна пыточная. Там впереди свет. Бедняги. Не знаю. Я бы лучше сдохла в клетке, чем на пыточном столе. Я учту. Так, о чем мы, куда дальше-то идем? Ну, пришли в клетку. Так, и как же мы отсюда выберемся? Глянь вверх. Вон выход. А как туда залезть? Ну-ка, подсади. Или так не получится. А, вот, на решетку можно. Все, пошли. Слышишь? Ну да. Ага, это акведук. Там река, нам туда не надо. Акведук. Вот сюда наверх можно.
Наверху есть пролом. Вот тебе пролом. Вообще, блин. Да он задолбал, приезжает тут и приезжает через каждую стену. А, это этот очкарик. Хорош, ты чё Надю бьёшь? Э, Надюху оставьте. Это моё, кстати. Отдай. Впечатляет. Мой эксперт ничего не нашел за неделю. Может, просто плохой у тебя эксперт? Может. Знаешь, один хайсальский поэт писал, как юный король. Своей милостью положил конец жертвоприношениям. Но древние короли хорошо понимали, что прогресс требует жертв. Ты это людям втираешь? Ладно. Короче, во время войны в этих акведуках вода была алой от крови. И те, кто не сражался, служили стимулом тем, кто сражался. Чё, дурак, что ли? Чё делаешь? На! Давай в рукопашку тогда пойдем сейчас. Ай, это было больно, кстати. Сейчас Надюха ему надает. Ты чё её швырнул? Ну-ка иди сюда. Ах ты, ты посмотри какой. Верни мне мой диск. Подходи. Тихо, тихо, тихо. На. Диск отдай. Тихо. Понял. Довольно собой. Ага, немного. Сейчас ты получишь. Да блин. Видишь ли, чтобы править, прежде нужно посеять хаос. Отпусти шею. Я подниму в народе смут. Ну-ка, Надюх, вставай, ты чё там лежишь? Слабую кровь юного короля. Чё делает, а? Во, Надюха, молодец. Давай, давай его в речку туда. А, эти двое еще подоспели. Ну-ка, отвалите нафиг. Там Надюху бить сейчас будут, отойди. На. Надя, отойди от прохода. А-а-а, капец, как мы там туда полетели-то? Ё-моё. Так все хорошо начиналось. Все, давай, главное, сейчас за что-нибудь веревочку куда-нибудь. Во, полетели. Нормально, пойдет. Сейчас раскачаюсь, погоди, вон туда прыгнем. Цепляйся. Да цеп... Да как так-то, а? Все, сейчас опять вернемся туда, к нему. Нет, по речке уже плывем. За что хочешь? Так, погоди, а может там туда и не надо прыгать, надо осмотреться. Ну-ка, давай, просто надо сразу, наверное, было прыгнуть. Да, вот так. Вот, полетели опять. Все, потеряла сознание, все. Ладно, хоть Надюха рядом. Живая? Вроде да. Эй, аккуратнее. Ты полчаса в отключке. Полчаса? Да. Охренеть. А? Черт, Асав забрал диск. Не спеши. Нам нужно срочно. Эй, полегче, ладно? Идти сможешь? Да, с утра бывало и похуже. Верю на слово. Хорошо, что ты жива. Тебя. Ведь тут две, да? Да. Ладно. Двоится в глазах, да? Диском. И пушками. И пушками. Должна сказать, ты не соврала про Сава. В смысле, он выглядит таким заурядным. Да, именно этого он добивается. Даже очки наверняка для вида носит.
Безвредного? Умного? Обоих. Ха, но он и правда умен. Раньше доктором был, пока все это не началось. Так он бросил прибыльное дело. Однажды он решил, что таков его долг. Эй, уверена, что можешь идти? Да я как новенькая. Просто надо дух перевести. Да нормально все, что там она не сильно шлепнулась-то. Куда теперь? Дух перевели. А, вот наверх можно залезть. Вот сюда. Не спеши. Как это не спеши? Надо быстрее проходить. Пока этот чувак там не очнулся, не нашел нас. Опять задумает ловить двух девчонок. Давай откроем. Ну, давай, открывай. Может, Надюха поможет хоть? Чё он там? Где она? Охренеть. Скорее, священная корова. Корова. Это Нанди. Привратник Шивы. Наверняка там вход в древнюю столицу. Акведук открыл путь. Ага. Чёрт. Асаф уже туда заходит. Ну так давай спускаться скорей. Нет. В смысле нет? Сэм Дрейк. О, ничего себе, Сэма сюда привели. Это Сэм Дрейк. Да. Черт. Так, ладно, уже интересней. Это хорошо. Убью сразу двух зайцев. Один. Что? Что? Ну, короче, по факту, мы тут из-за Сэма. Надеюсь, ты шутишь. Так получилось. Сэм пошел разведать для меня... Твою мать! ...насчет диска. И не вернулся, а я не могла ты его бросить. Ты втянула меня, несмотря на мою историю с Дрейком. Твоя история с Асавом интересовала меня больше. Ах ты, нифига себе. Можешь от души, если хочешь. О, я могу. Знаешь что, Надин? Это ничего не меняет. Ты получишь свою половину. Да? Или вы с Сэмом первым делом меня бортанете? Нет, это не в моих правилах. Именно это в правилах твоей породы. А я тебе поверила. Слушай, я хотела сказать тебе про Сэма. Я просто ждала подходящего момента. Куда ты? Не уезжай, ты чё? Ничего, я пешочком прогуляюсь. Чёрт. Взяла, бросила. Ладно, пойдем мы ее искать в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Всем удачи, всем пока!